полуразрушенная веранда с разбитыми окнами и крышей. Это дом 93-летней жительницы села Гулалис Анман Вакимовны Саркисян, которая после смерти своего мужа живет одна. Она больна и нуждается в помощи. Հայերեն ստավեմ, բայց քուքան փեշկես կանիթեն ենք թափին գինեմ, բայց դե ես ինձ թուլ չեմ դարերտամացին դիսիկ չունեմ դեպ չնայած իրենք գինեն։ Ոչ կրնամ ցանե, ոչ ակրնամ մերկի։ Как говорит Анна Саркисян, до 2015 года она получала пособие от агентства социального обеспечения. Однако данная помощь была приостановлена. Как мы выяснили от агентства социального обеспечения, причиной прекращения социальной помощи являются высокие баллы. Как нам объяснили, дом Анмана Саркисяна довольно большая, что является причиной для высоких баллов, а также новый закон о минимальной потребительской корзине, которая в настоящее время составляет 150 лари, а пенсия в настоящее время Анман Саркисян получает в размере 215 лари.